А Чувашский драматический театр готовится к новому 102-му театральному сезону. Он стартует 10 октября. Самая ожидаемая премьера – «Чайка» по пьесе Антона Павловича Чехова. Сейчас труппа театра работает над постановкой. Параллельно к показу готовит спектакль «Что такое счастье» режиссера Натальи Сергеевой. Для маленького зрителя постановка «Как Данила счастье искал». Новый сезон будет насыщенным, ожидается много творческих вечеров. К примеру, в этом году художественный руководитель театра Валерий Яковлев отмечает юбилей. В честь этого события неделю будут показывать лучшие спектакли, поставленные мастером. В новом 2020 году зритель увидит очередную постановку «Раб дьявола». Она получила грантовую поддержку. Сейчас в театре наводят лоск. Ремонтные работы завершат в сентябре.